Осторожно, теракты. Германия предупреждает о новых атаках в Турции. Чествование монахини. Мать Терезу канонизируют. Слезы клоуна. Мадонну обвиняют в выступлении под шофе. Первая леди высиживает яйца. Видео с камер наблюдения. Германия предупреждает о возможности новых терактов. Посольство Германии в Анкаре предупредило находящихся в турецкой столице граждан ФРГ о возможности новых атак террористов, которые могут произойти в самое ближайшее время. Сотрудники немецкой дипкомиссии обратились к соотечественникам с просьбой по возможности направляться домой и ждать дальнейшего развития событий. По данным дипломатов, появились конкретные предупреждения о терактах, которые готовятся в частности в торговых центрах. В посольстве также отметили, что из-за угроз в Анкаре досрочно закрылись немецкие школы и детские сады. Напомним, в результате взрыва в Анкаре, который произошел в воскресенье, погибли 37 человек. Более 100 получили ранения. В том числе погибли 10 немецких туристов. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Турция обвинила во взрыве в Анкаре сирийских курдов. На следующий день авиация Турции обстреляла позиции курдов в Ираке. В атаке приняли участие 11 боевых самолетов. Военные отчитались о ликвидации 18 целей, в том числе укрытий и складов со снаряжением. ВВС атаковали позиции рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией. Председатель партии «Зеленых» Катрин Геринг-Эккарт призвала к частичному признанию беженцев из Греции. Она заявила, что из 150 тысяч мигрантов, находящихся сейчас в Греции, Германия может принять около 28 тысяч человек. Эта цифра вполне соответствует количеству беженцев, принятых Германией в прошлом году. «Таким образом, другие европейские страны вынуждены будут последовать нашему примеру», сказала Геринг-Эккарт журналистам в Берлине. На предстоящих переговорах между ЕС и Турцией в четверг не должны звучать никакие просьбы со стороны Европы в адрес Турции, заявила председатель партии. Наша цель состоит в том, чтобы открыто говорить о правах человека, свободе прессы и противостоянии с курдами, сказала Катрин Геринг-Эккарт. Ранее премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. В ходе встречи Рютте предложил остановить поток беженцев из Турции в Грецию и вернуть обратно уже бежавших в Европу мигрантов. В свою очередь, Анкара требует, чтобы до июня нынешнего года ЕС отменил визы для граждан Турции и предоставил дополнительную финансовую помощь на содержание беженцев на территории страны. Бельгийские исследователи осматривают квартиру в пригороде на юге Брюсселя. Здесь во вторник неизвестный ранил 4 полицейских. Инцидент произошел во время планового рейда. Стражи порядка обходили район в связи с делом о парижских атаках. Именно здесь проживали организовавшие их исламисты. После того, как неизвестный открыл стрельбу, полиция блокировала район происшествия. Спустя 3 часа здание взяли штурмом. Находившийся внутри подозреваемый был вооружен автоматом Калашникова и убит во время операции. Все это время местные жители находились во временных укрытиях. Дети оставались в школах и детских садах. Около 50 человек прятались в супермаркете. Вернуться домой им разрешили лишь поздно вечером.
Европейская комиссия намерена сократить дешевый импорт металлургической продукции и разрабатывает план по поддержке внутренней металлургии. Проект документа будет опубликован в среду, 16 марта. Защищаясь от дешевого импорта, Еврокомиссия призывает ускорить процесс введения импортных пошлин для стран-экспортеров. В настоящее время для введения заградительных мер против импортной металлопродукции по заниженным ценам Евросоюзу нужно минимум 9 месяцев, в то время как металлурги стран ЕС призывают власти сократить этот срок до 2 месяцев. Напомним, что цены на немецкую металлургическую продукцию падали в течение последних нескольких лет. Металлургам Германии было тяжело конкурировать с дешевой китайской продукцией, которую завозили в Европу по цене дешевле себестоимости. Жесткое экологическое законодательство Германии также тяжело ударило по металлургической отрасли. Для защиты европейской отрасли Еврокомиссия планирует ужесточить антидемпинговые меры, увеличить инвестиции в модернизацию и увеличение конкурентоспособности металлургов. Еврокомиссия также будет поощрять государства ЕС за поддержку внутренних проектов и инвестиции в новые технологии и защиту экологии. Федеральное управление финансового надзора Германии выдало банковскую лицензию еще одному необанку – Solaris Bank. В отличие от большинства мобильных банков, которые ориентированы на обычных потребителей, это финучреждение будет оказывать услуги представителям электронной коммерции. Solaris Bank собирается стать финансовым партнером для интернет-магазинов и стартапов, предоставляя им специализированные услуги. Необанк – это относительно новый тренд в финансах. Пока на рынке не так много финучреждений, которые успешно отказались от традиционного банкинга и физических отделений в пользу мобильных приложений, видеочатов и роботоконсультирования. Тем не менее, инвесторы вкладывают в необанки крупные суммы. Регуляторы разрешают им работать на рынке, а мегаполисы обещают ослабить налоговую нагрузку ради того, чтобы получить звание «финтех-столиц». В Германии успешно работает уже несколько необанков. Президентские орлы высиживают потомство. Белоголовые орланы, известные как мистер президент и первая леди, заняты заботой о своих недавно отложенных яйцах. Камера, установленная над гнездом, обеспечивает прямую трансляцию видео, как птицы гнездятся в национальном дендрарии Вашингтона впервые с 1947 года. Первое яйцо орланы отложили месяц назад, второе – спустя 4 дня. Из обоих птенцы вылупятся в ближайшие несколько дней. Величественные птицы построили свое гнездо в верхушке тополя. Орлан – символ правительства США. Его изображения размещены на валюте и президентской печати. Белоголовый орлан практически исчез из Соединенных Штатов несколько десятилетий назад, но был исключен из федерального списка исчезающих видов в 2007 году, когда популяцию восстановили. Мать Тереза будет причислена к лику святых 4 сентября. Об этом во вторник сообщил Папа Римский Франциск. Церемония канонизации пройдет в Ватикане. Мать Тереза Калькутская родилась в 1910 году в Македонии в семье албанки и цыгана. Ее настоящее имя – Аньеза Гонджа Буяджиу. В возрасте 21 года она постриглась в католические монахини. Мать Тереза много лет работала в Индии, где основала и возглавила женскую монашескую конгрегацию «Сестры-миссионерки любви». Ее члены занимались созданием школ, приютов и больниц для бедных. В 1979 году Терезе была присуждена Нобелевская премия мира. После объявления даты канонизации монахини в офисе сестер-миссионерок в Калькутте прошла праздничная месса. Несмотря на то, что Папа Франциск сюда так и не приедет, монахини говорят, что бесконечно благодарны понтифику. «Я жду не дождусь этого момента. Это просто потрясающие новости», — говорит Сунита Кумар. «Я не перестаю благодарить Бога за то, что это случилось, пока я еще жива». Монахиня скончалась в 1997 году в возрасте 87 лет. Вскоре Папа Римский Иоанн Павел II признал чудом исцеление индийской женщины от опухоли в желудке после того, как она приложила к животу фотографию матери Терезы. В 2003 году миссионерку беатифицировали, причислили к лику блаженных. В декабре 2015 года Папа Римский Франциск признал, что благодаря матери Терезе исцелился еще один больной, на сей раз в Бразилии. Он вылечился от инфекционной болезни мозга после того, как его духовник вознес молитву Терезе Калькутской. После этого Ватикан начал процедуру причисления монахини к лику святых.
Актер Джордж Клуни и его жена, адвокат Амаль, встретились с семьями сирийских беженцев, которые сейчас живут в Берлине. Встреча была организована Международным комитетом спасения перед годовщиной начала сирийского конфликта 15 марта. Джордж Клуни сказал: «Это была честь встретиться с тремя сирийскими семьями, чьи жизни были разрушены войной. И в то же время меня вдохновляет, когда я узнал, что народ Германии помогает им наладить свою жизнь». Дэвид Миллибанд, президент и генеральный директор организации Международный комитет спасения, присоединился к чите Клуни и сказал: «В то время как мирные переговоры висят на волоске, истории этих семей должны продвигать не только гуманитарную помощь, но и решимость закончить сирийскую войну. Как известно, в настоящее время около 60 миллионов человек перемещены по всему миру, и миллионы стали беженцами в ходе сирийского конфликта». Мадонна ответила на обвинение в том, что она была пьяна во время выступления в Австралии. Она заявила, что находилась в сценическом образе и поэтому оделась как клоун и упала с трехколесного велосипеда. 57-летняя поп-звезда поблагодарила поклонников за поддержку после того, как видео перформанса в Мельбурне попало в интернет. Скандал случился в разгар битвы между Мадонной и ее бывшим мужем, режиссером Гаем Ричи. Они борются за право опеки над их сыном Рокко. Слишком испорченные люди не понимают, что существует искусство актерской игры. Иногда приходится изображать героя песни. «Я никогда не могла себе позволить выйти на сцену нетрезвой или под кайфом», написала Мадонна в своем Инстаграм. В основе всего этого лежит сексизм. О каком равенстве можно говорить, если мы до сих пор не можем позволить себе выйти за общепринятые рамки мышления, добавила звезда. На прошлой неделе Мадонна надела розовый парик, цилиндр, полосатые чулки и короткое желтое платье, чтобы исполнить композицию «Слезы клоуна» во время концерта в Мельбурне в рамках ее мирового турне. Позже она опубликовала фотографию себя с бокалом коктейля на сцене. На видеошоу Мадонна спотыкается и говорит сбивчиво. Во время исполнения песни «Слезы клоуна» Мадонна показала большую фотографию своего сына Рока и сказала зрителям: «Я бы, наверное, наслаждалась этим туром намного больше, если бы сын не исчез так внезапно». Сейчас Рокко живет вместе со своим отцом в Лондоне после того, как он отказался вернуться в Нью-Йорк в дом матери. Судебный процесс по поводу того, с кем останется сын режиссера и певицы, продолжается. Мадонна и Гай Ричи развелись в 2008 году.